have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем доброго времени суток. Это наш второй дубль сегодня, попробовать запуститься, отплыть дальше, потому что первый раз мы затранделись и нас практически съели. Пробуем еще раз. Итак, Кэп, можешь, пожалуйста, напомнить для тех, кто не смотрел последние 356 серии нашей Санта-Барбары, куда мы плывем? В прошлой серии. Слушай, можно с этого момента я буду называть тебя не капитаном, а командором? Уже очень напоминает бройлер 747. Разрешаю. Хорошо, командор. В прошлой серии наша благородная команда вероломно и предательски уничтожила блокиратора и продвинулась дальше в... А где мы, собственно говоря? Никто не знает, но мы должны активировать маяк и приплыть на станцию. Потому что наш корабль находится в состоянии дохлого ведра. Я понимаю, почему у тебя такой голос. Я вижу, как ты валяешься под пультом, да. Так, впрочем, отплываем. Видели бы вы, как я кручу пушкой, я чисто радар. А ребята, снизу цели. Множественные, возможно, молочи. Твою, давай, стань за это. Ну, мы как будто бы быстрее, чем они, так что пофиг. Как будто бы... А нет, нам нужно опускаться. Ну, в этом нам нет равных. Очередное пробитие дна нам гарантировано. Меня немножечко смущает, что в моей пушке маловато боеприпасов. Я очень надеюсь, что мы проплывем. Зато у тебя! Гаси! Двое, сейчас мы начнем спускаться ниже, бро. Все хорошо? Да, хорошо, это просто замечательно. Четверо! У меня, я их отпугнул, но у меня закончились патроны. Беги, перезаряжайся. Ребята, это неконтролируемое падение, вы не подумайте. Подержи их из этого, из ядерки. О боже. Блин, а тут патронов-то не собака. Да, у нас абсолютно неконтролируемое. За патронами надо бегать уже в соседний отсек, офигенно. Тут все закончилось, надо будет как-то заняться и перенести. Боекомплект в первую очередь закончился. Опа, ребята, эль проблема. Какая? Опасная глубина пройдена. Не, мы остановились, все нормально. Сратая физика игры не позволяет мне нырнуть в балласт и начать его заваривать. Я завариваю балласт. Иди, твою, что это было? Мы пытаемся припарковаться, мы паркуемся, не обращайте внимания. Я заметил. Как мы паркуемся классно. Меня просто в стену убило. Я только заварил балласт, и его сразу разорвало обратно. Нас сверху атакуют, я пытаюсь прикрыть пока что. Там золотая эта фигня. Все в порядке! Я не особо вижу, что порядок, ну ладно. Ой, а что хрустнуло так? Мы припарковались. У меня так колени хрустят, когда я присаживаюсь. Не надо! Ваши леди, они рикошетят. Я думал, ты пытаешься это разбить. Оно не разбивается. Я пытаюсь это разбить, но они рикошетят. О, механика. Я постою на пушке или помогать вам? Не знаю. Там шо... Там, что? Блин, там какие-то осколки чего-то спереди. Капитошка, что больше нам нужно? Отстреливаться или... Наверное, отстреливаться. Да. Один сдох. А, ты его отстрелил? Где он? Я его не видел. Он был спереди. Ладно, где второй, он был тоже спереди, но... А, оба сдохли, я бы их разорвал. Красавчик. Все нормально. Все нормально, падаем. А где... Почему нижняя палуба под водой? А потому что здесь стена пробита. Так. Ну вроде балласт заварил. Физика нашего корабля шикарная. Выползаешь из балласта, тут вода. Балласта нет. А у нас тут стены так-то нет. Сейчас. Да нет, там что-то еще бунтует, ребят. Пойдите на пушки. Я ползу. Хорошо. Так. Где? Я не знаю, что-то такое ощущение, как на 9 часов что-то ударило. Наблюдаю. Еще один такой же. Сраный баллон закончился. Ну, ладно, я посижу, поконтролю его. Давай. Помри. Ну, он на меня выскакивает, начинает... Я начинаю в него зажимать, он разворачивается, уплывает. Давай, контроль его. Он умер. Есть, хорошо. Замечательно.
Ну, в целом, начало серии хорошее. Мы, кстати, прям под Маясом. Ой, Маяком. Маяс. Мы Маясом. Маяс. Ванзола? Да. Так, ну ладно, снизу заварились вроде. Сейчас я принесу, нам перезарядка нужна куда-то? Да. Много куда. Блин, у нас спереди... Нет, ладно, всего один. Внизу как раз один, все, сейчас. Вот этот, который практически закончился, сюда? Да. Блин, а... Рядом ящик положи где-нибудь. И рядом его унесет этот придурок, ух ты ж. О, шалеть, прыгни на пушку, пожалуйста. Сейчас. Блин, нижние. А передние? Да, и... Чтоб я помнил, какая из них где. Сейчас, где? Там, где обычная лента стоит, вот здесь. Сюда я сел. Кто нас ударил? Я не... Может мы сами долбаны. Вот этот посередине передний? Да, ну, где я сейчас стою? Я понял. Я сколько серий мы тут уже плаваем, я никак не запомню, где какая пушка. У нас перерыв долгий был. Так, стой. Материал, он прям припаркованный. Да, сейчас, все нормально, сейчас. Нас сдвинуть, нас вряд ли что-то сдвинет. Ну просто, может, мы заварились и из-за этого начали всплывать и. Я на автопилоте, если что. Ой, ну значит, я что-то ударило. Все течи устранены? Вроде да. Ребят, нас... надо всплывать. Давай. Надо. У нас баллоны в воздухе висят в этом отсеке. Не обращай внимания. Там что-то, нет, подожди, там что-то булькает, но вроде как не критично. Я вроде бы и отчинился. Электричество, здрасте. Ну где-то у нас, конечно, есть, да, проблемы, но... Не, да, я же говорю, нормально, не критично. Мне нужен бы сварч... Хотя у меня он есть, вроде как еще половина сварочного балла. Нормально, нормально. Живем. Что-то перебой с светом, не классно. Все так, порядка. Здесь вообще прекрасно все. Так, ну, короче, у нас только спереди вот были повреждения, а сзади все прекрасно. Да, низочек я весь позаваривал, сверху вот сейчас тоже заварились. Сколько мы этих тварей убили? 2-3? 3-4, может. 3-4, хорошо. Вот мы до того, как припарковались, мы кого-нибудь убили? Я их отпугивал. То есть я попал несколько раз, но они не сдохли. Ну я троих расстрелял. Хорошо, да, одного золотого, двух зеленых. Подобивался. Да? Значит, мы больше убили, там были только золотые. Ребят, я вас поздравляю. У нас проблема сейчас будет. Какая, где? Быстрее. Это маяк, который... Я практически уверен, что он заражен. Единственный способ не упасть, это пристыковаться. Стыкуйся. Пипец. И пойдем. Мы же эти... А мы можем по ним просто стрельцы шатать, чтобы... Давай, да. Нет, я запрещаю. Я контент делаю, подождите. Я пошел отсюда. Это не такой маяк? Там что-то... Стой, что-то булькает! Конечно, он же зараженный. Порешаем. Нет, ребят, что-то другое булькает. Подожди, во-первых, у нас сзади протечка. У нас сверху протечка, потому что корабль этот затопленный. Вы что, пошли уже? Ну, я зашел внутрь. Ну, захожу в плане. Так. Ух, что? Нет, подожди, у нас это, корабль это звук звучит удара где-то, двери, подожди. Или... У меня на улице. Опа, я вижу что-то через этот. О, где вы, рапторы? Так, извините, да пока что я нормально. На корабле хочу кое-что убедиться здесь. Я скоро к вам подойду. Вам надо помощь прямо сейчас или нет? Да не особо, наверное. Если я исчезну посередине серии, значит на меня упала ракета. Можно нет? Да, я не разрешаю. А, ну это не ко мне, это вот к ребятам, что... Ну так, блин, у меня ж тоже вон сейчас гудит, я же здесь же. Ну да. У меня прям бам-бам. Ладно, пофиг, сидим перед ним, не боюсь. Куда меня пытается смыть или что происходит? Так, это не серьезно. Слушай. А-а-а. Я заварил шлюз. Не, не в смысле двери, а в смысле, чтобы нам не текло, стенки шлюза позаваривал. А, ух. Я думал, ты нас тут оставил. Не-не-не-не-не, ну меня бесит, оно, я открываю, оно течет, и ну его нафиг. Банановая кожа, да? Что это? Блин, я открыл дверь, а там что-то на меня плывет. Какая-то штука для красноносых, но мы с ними не дружим, так что... Вы там далеко, недалеко?
Ну прямо у входа, считай. Подводная маска. Хорошо, сейчас подойду. Вот это саунд. А, у нас вода откачиваться тут начала. Где у входа? Вы мне. А, видите? Вон я вижу вас, да. Иду снизу. Меня фонарь высечу. Меня сейчас штрафанут за то, что я. Ну что? Это. А! О! Ты что делаешь? Фрум! Я ничего не делал, я не стрелял. Я стрелял? Yes. Как? В самом деле, как? Я не нажимал вообще кнопку, я сейчас вижу, у меня патронов не хватает. Офигеть, как? Не будь я в игзе! Сорян. Я сейчас не понял, как это произошло. То есть, знаете, вот этот обычный баг, когда я нажимаю мышкой об клавиатуру? Вот даже этого сейчас не было. Я бы сейчас, конечно, пошутил то, что шпион красных на базе, но... Я без понятия как. Хорошо, что ты это, живой. Я хожу чисто потому, что мне фонарик нужен, потому я с дробашом, а так... Я жопой почуял, что мне надо бы броню одеться перед тем, как сюда идти. Ну кто же знал то, что опасность поджидает так близко? Там, где не ждали. А нам это починить надо? Да, ну, стержень ставить. А. Или кому? Что-то большее, я не куда? Знаю. Куда? Ну в этот. Постоянно вода течет, откуда же течет? Давай искать, давай по стенкам. Да вот. Нет, тут уже сухо, слушай, тут уже выкачивает потихонечку. Тут нас уже не поплавает. Там в корабль его. Да, но сюда больше не попадает. Корабль-то опять откачает это все, не проблема. А как пролезть-то, собственно говоря, этот шлюз не работает? Потому что физика игры крутая. Подожди, а здесь стены, ага, привет. Неудобно ходить. Так, сейчас я из себя стержень достану. Да, вот туда. Не надо, я схожу сейчас. А как он не работает вообще? О, тут маска. Так ты без стержня не будешь работать. Так у меня еще есть. Ребят, а наверху вы были? В каюте? Нет. Тут банановая кожура? А, да, там я был. Ага. Мне просто совать это некуда. Не, банановая кожура. Ну все. Да будет свет! Офигеть. Даже выработка быстрее началась. Все. А где булькает? Это все еще к нам в корабль сливается. Так, я пополняю запасы крови. О, все, красота. Блин, что ты меня выкинула? Я сейчас тикать начну. Этот полет был просто шикарный, чувак. Как Биг Дэдди такой, бах. Фига, сразу. О, вода меня спасла. От удара. Откуда устроили вторая экза, кстати? А хороший вопрос. Я не знаю, она просто когда-то появилась, и я ее не выгнал, и все хорошо. Я просто нашел ее на палубе с оружейной. А, ну. Там натянул ее на себя и пошел. Наверное, потом вижу, у нас на верхней палубе еще одна стоит. И активный сценар. Моя снова работает. Нет. Супер. Yes. Как мы за него рады? Мне некуда это пихать, так что... Нам надо было его активировать... А, вот. Чего? О, это нехорошо. Не вижу, затапливает. Подожди. Сейчас. Пошли быстро, 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 быстро. Оу! Что происходит? Пола нету, к нам они попали уже все! Ползти наверх! Так, прости. Минус один, брандер, минус два. За флэм. А где флэм? Вот флэм. Отойди, уйди! Фух. Патроны твои за ногу! Пофиг на граждан! Вы их бьете? Чё за стена огня, блин? Нас БК рванул. Вся надежда на тебя нас разорвала. Ну кто же знал, что не стоит сжечь огнеметом туда, где есть ящики с боеприпасами? Надежда на меня такая себе, тут их три штуки. Ползи наверх, от них уползай наверх, они не умеют по лестницам ползать. Те ноги оторвали, по-моему.
Не умри, пожалуйста. Поздно. Я без сознания, но... Блин, я же мог еще очнуться. Но я убил там трех, я одного внутри замочил, этих двух покалечил. Ну, блин, если была... Была бы просто кнопка перезарядки. Серьезно, нажал на R, и у тебя любое оружие, которое в руке, если есть боеприпасы, они перезарядятся. А не так, что ты лезешь в сумку, достаешь оттуда, ставишь их. Ну, блин, это печально. Ладно, поехали заново. Нам зачтется этот реактор, этот станция или нет? Нет. Мы сейчас заново будем ее. Ладно, ребятки, тогда давайте на паузу сделаем. Так, ребята, экстренное включение. Тут... А где корабль? Тут такая штука, а я, к сожалению... Наверх посмотрите, пожалуйста. Это что? Оно было целым. Когда оно в нас врезалось, оно было целым. Пипец, оно огромное. А, оно твари выпустило. Где? Молотоглав матриарх! Это баба, женщина, мадам, мадмазель. Молот матрил? Я же курево детей из плазменного резака! Тут, да, какая-то селедка плавает, блин. Да это вот оно выпустило в нас. Я ж... Можете не заваривать, я пока жгу их резаком, вы ничего не заварите, я сжигаю все вокруг себя. В общем, оно в нас врезалось. И взорвало, и лопнуло. Но я очень жалею, что у нас не было в этот момент включена камера. Честно говоря, очень... Я сварю все это нафиг. Честно, я хорошо. Рассказываю, как это было от глаз капитана. Я на секунду закрыл глаза, потому что они устали смотреть в монитор. Когда я открыл глаза, корабля уже не было. Просто мы переигрываем, мы еще даже не доплыли до того момента. Нас тут опять эти молотоглавы немножечко помучили. Мы тут чинимся, и тут, отстреливаясь от очередного молотоглава, я вижу вот эту вот огромную красную хрень. Которая просто вокруг меня корабль исчезает. А почему их так много? Слушайте, корабля реально просто нету. Ребят, спасите! Это не дырки в корабле, это корабль в дырочку. Знаешь, там... официант, да, у меня суп в моей мухе. Песня молотоглава порезал тут. Аттестация была критичной. А, что со мной? Нормально. Выпить кровушки. Реально, нереально. Так, тут уже все заварено. То есть мы ни разу вообще не дошли до собственной, до своей цели. Так у нас проходит большинство серий, тех, кто смотрит, те в курсе. Но, блин, это я вижу в первый раз. Мне кажется, это что-то из нового обнова. Нет, по-моему, они были. Может, просто мы доплыли до такой локации. Смотри, селёдка! Скорее всего, сожженная, потому что убиваю я их исключительно плазменным резаком. Плазменный резак — это самое офигенное, что есть против всякой мелочи. Тебя Айзенплат научил? Да. Я же в Dead Space играл. Свага, у тебя тоже этот сгоревший этот щиток? Да. Тут все сгоревшее. Он целый. Ладно, ребят, вернемся попозже, когда, может быть, куда-то доплывем. Ладно, ребятушки, у нас тут мы после двух неудачных попыток поняли и приняли одну такую штуку. Как только у нас включается реактор на вот этом биконе, то внизу под шлюзом спавнится где-то в районе 6-7 вот этих вот тварей. Я не знаю, как они называются, кстати. Очень давайте похожи, обойдемся без рельсы все-таки. На подводных динозавров, похоже. Вот, на этот раз мы... хотим попытаться отстрелить их на подходе, если так получится. Рельса, по-моему, будет идеальным вариантом, они все в куче идут, вот в чем прикол. Мне кажется, вы просто нам подлодку снесете, а там быка еще. Если это обойдется просто дном, то мы не потонем, потому что мы и так в подвешенном состоянии, как бы это плохо не прозвучало. Вот, а обычные пушки, они их пробивают неплохо, но там вот есть в момент, надо между панцирем стрелять как-то. Поэтому мне кажется, что рельса, один, по крайней мере, лечебный выстрел из рельсы, нам хорошенько бы облегчил жизнь. Но мы, короче, самая большая проблема сейчас состоит в том, что мы не знаем, на какой глубине под нами они спавнятся.
Обычно мы их видим, когда они уже начинают пробираться в шлюз, но к этому времени проходит там уже секунд 6-7, и поэтому мы думаем, где именно они начинают спавнить, на какой глубине под нами. От этого будет зависеть, используем мы рельсу или нет. То, как рельса шатается, это говорит нам как будто нет. Я просто сканирую местность, чтобы не пропустить их. Они вообще не прикольно, если они справа появляются, че? На счет 3. Давай. 3. Хорошо. Оно потому и пролагивает, потому что они спавнятся, смотрите. Ну. Блять. Надо статус выполненного задания. Как только появляется внутри снизу плашечка выполненного задания, начинается трындец. Я могу из-за нее промазать. Да, тебе нужно будет срочно на нее или мимо нее тыкнуть, или это печально. Че? Пожалуйста. Великий амнистия, она будет работать или где? А почему она не работает? Может схема, почини щиток какой-нибудь. Стесняется, может, я не знаю. О, я слышу, как энергия пошла. Я это чувствую. Может здесь достаточно сухо, я не знаю. Выкачай все. Неужели мы сейчас оно не включится из-за того, что в этот раз я не пошел латать шлюз? Из-за того, что мы смотрим, выглядит стесняется. Да. Я сварочный аппарат выкинул, блин. Ну ты красавчик, как бы, да. Я не встану из-за пушки, нет, не в этот раз. Два раза это уже происходило. Я шел что-то чинить, я шел что-то делать. Я это сделаю только если будет двое на пушках, кроме меня. Хорошо, сейчас попробую. Ну что могу сделать? Выдернуть кабель, собственно говоря. Надеюсь, можно? Нет, нельзя. Я очень надеялся, что смогу кабель напрямую к реактору от сонара проложить. Но, к сожалению, нет. Такую техноересь, видимо, нельзя. Где-то только что убилась фейспалмом, где-то пара инженеров такие. Итак, я пошел включать музыку, они даже не заспаунят за это время. Так, хорошо, наверное. Ну, ладно, ребят, ситуацию мы объяснили. Не, в смысле объяснили, я потом не успею включить, я буду стрелять, блин. Так, вырежешь так. Так. Ну, кое-чем обкосяк, что? Я беру сварочный аппарат. Блин, чел, ну давай добавим СМРчика. Я беру сварочный аппарат. О боже! Хорошо, хорошо. Я не буду это вырезать, мучитесь. Я, значит, тут такое хотел сейчас сказать, чтобы настроение всем поднять. Я надеюсь, ты, кстати, на... Эй, там на рельсе, ты максимальное удаление взял? Да. Хорошо. Да, что ты хотел сказать? Если бы я на минимальном удалении, я бы же блеванул. Я, пожалуй, откажусь пытаться сделать СМР, мне кринжово стало. Блин, чувак, с твоим голосом популярного ютубера, ладно. Стримера казино. Я вообще про другой канал. Опа! Это другие! Их четверо! Они пришли забрать мои патроны! Ох, красиво! Все? Минус два. Нет. Еще! Больше-то? Так, нет, я меняю пушку. Меняй пушку. На более безопасную для отстрела. Так, этот ушел, все! Понял. Хорошо. Вот. Ну, Рэдэ Фредак! Но я буду со сварочным аппаратом здесь дежурить, заваривать пол. Они вымерли, по-моему, все. Не-не-не, там... Ну, мне кажется, что да, но, по-моему, золотой отгреб просто... Я не встану с пушки. Блин, у меня половина обоймы осталась, это печально вообще. Флаг, Канан! Кто заваривает? Допустим, я. Дейли или рабочий? Или раб? Салаг. Одно и то же. Нет. Ну, блин, понаприплывали твари. Вот прям вот тут возле пушки отсек завари, пожалуйста. Возле передней, нижней. А, слаг, засядь вместо меня на пушку, я пошел в маяк.
Скажешь, когда подошел? Я не знаю, почему, в чем проблема, почему он не работает. Скажешь, когда подошел? Не подойду. Я не хочу. Еще один, последний остался. Бам! Уйди! Все, не остался, разрывали. Фу. Сколько их? Три маленьких, два больших было? 3-4, 5 тогда. 3-4, минут 5-10, 5-го, блин, все, ему отстрелял. Боже, какая штурмовая винтовка классная. Так, радар, сонар. Опа! Под нами сейчас большой, это кусок скалы, надеюсь. Но она не двигается. Не трогай, сонар, отпусти, фу, выплень, гадость. Бяка. На пушках никого нет, просто предупреждаю. Я пошел чинить. Да. Ох ты ж я. Почему? А, у нас там уровень воды. Нам нужно шортоваться. У нас реактор наш подключен к их реактору из-за этого перенапряжения. Давай, отходим. Ребят. Сейчас заваримся и отходим, давай. А, мы не заваримся. Ну, в плане, ладно, пофиг. Это не чай? Тут я починил. Ага, хорошо, иду дальше. А тут вроде нормально, кстати. Ну, они ж в этот шлюз долбятся всегда. А, не, вот тут ненормально. Боже, штурмовая винтовка... Они пошли долбиться хорошо через рельсу в этот раз, блин. Поэтому... Ну, там один куснул при смерти. Ну, штурмовка очень хорошая штука. Хм, согласен. Мне прям понравилось с нее стрелять. Она очень быстро их разобрала. А они сильненькие довольно. Они просто грызут сильно. Ну, да, пожалуй, они то, что быстрые, то, что это... Дверь, успокойся, блин, дверь истеричка. А нафиг мне два недожиранных топливных стержня, интересно мне. Я их перезаряжать собирался? Я не знаю, что там с тобой было. Фух. Кстати, может быть, я возьму плазменный резак? Кто его тут положил, можно забрать? Там, по-моему, слага, это, наверное, слага, я не знаю. Мой плазменный резак с собой, это оружие ближнего боя. Ну вот, я его хочу взять как оружие ближнего боя. У меня есть топор, конечно, но, по-моему, это не настолько эффективно. А ой. Я тебе хаска закинул. Спасибо. Пожалуйста. Фух. Так, давайте пустые ящики в расход пускать. Давай, я пока попритаскиваю еще сюда оружейные ящики, вы поутилизируете старые. А справа до этого алюминия хочешь жопой жуй. Ну просто ящики мешают, серьезно. Так, ладно, бекон активизировали. Оно нам засчитается, то, что мы отплывем, оно там потеряет этот радар, ну потому что запитано через нас. Все будет в порядке. Они там типа успеют приплыть или что? Да, надеюсь. Ящики просто в алюминии разбираются, если что. Ты пустые берешь только, я надеюсь? Ну, естественно. Иначе бы они не разбирались и просто в алюминии. Так, мне нужен магний. Поищи в ящиках. Что ты хочешь? Ты хочешь магазин зарядить ядерным зарядом? Все в порядке. Все в порядке. Кто из нас оружие? Ребят, давайте. Мы когда-нибудь на станции будем еще, нет? Или это уже крайний космос? Следующий. Вот, следующее это будет станция. Прям прикиньте, станция, не открыт океан. Ура! А, раз в две серии надо иногда такое делать. Да. Хорошо, в три. Даже в три, тем более. Я уже не буду говорить, что там подтирать, ну ладно. Да это пиздец, нам эту нашу посудину просто. Нам нужно закупить оружие, потому что у нас тупо заканчивается второй шкафчик с патронами на. Мы же не отчалили еще. Да. Отчалили? Давайте скорее, тут все щитки с ума сходят просто. А, ну, кстати, да, пора бы. А, ББ, аванпост. Пипец. Ты нас повесил на проводе, что ли? Его отстрелить? Или что произошло? Мы питались от аванпоста. Кажется, я понял, почему сонар не заводился. Что? Мы всю энергию из аванпоста сосали. То есть наш реактор все это время был на паузе? Ну что за мразь там приплыла? Где? Понятия не имею. А, это капитан. Я просто стою, чиню щиток с верхней палубы вниз на проводе лечу. Off to hand myself. Заварите, пожалуйста, нижний балласт. Все.
Ну, в центральной. Под ружейкой, быстро. Да, нас что-то бьет! Это я пьяный. А где пол Уокера? А, ты уже завариваешься. Оп, я сейчас. А тут стены-то нет? Я сейчас сюда тоже проплыву прям через стену. А, ты стену заварил. Ладно. У нас еще, по-моему, в двигателе протечка в машинном. В машинном. Машинное отделение, да. Вы не поверите, на первый раз это скажу в своей жизни, я хочу, чтобы эта серия уже закончилась. No shit. Дохнут. У нас реактор дохнет. У нас вода с крыши льется. Я знаю. Сейчас... Мне попалось луковое колечко без какой-либо паприки или соли. Оно просто на вкус как и сопли. Я тоже допрыгнуть не могу. Сюда бы лестницу какую-нибудь. Так и починим. Ребят. 150... Чуть не сдох от колечка просто. Сначала вытащи, а потом... Блять, это третья серия. И это третья серия подряд, которую мы начинали без аванпоста. Куда мы... Куда ты нас пихаешь? Это аванпост? Исследовательский центр. Блять, победа. Не, ну ничто, а нет, патронов, ты промазал. Исследовательский центр патронов. Обитаемый или нет? Да, это прямо, ну это база. Выше. Это база. Фрум, у меня есть стандарт, спасибо. Вижу, нормально. Могу закрепить, экспы всем выдавать. Выдохли. Выдохли мы все время сначала. О, чувак это покалеченный, вообще ему хорошо. Калёка. Ты Сергей или Калёк, да? Нет, зачем ты упомянул это имя? Сейчас он начнется. Я вижу, что его уже колбасит начало, какого фига. Аргаднель. Кто это назвал так? Ну, хотя бы Аргандель, Аргаднель. На каком-то языке? Европейском каком-то. Ну что-то да, скандинавское, может быть. Просто рофл в том, что мы на Европе. Тоже понимаю, да. Ну, спутник этого Юпитера, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Так. Ой, кстати. На исследовательском центре, там дальше у нас будет... Забавный факт. Да, слушаем. Люди, игравшие в The Callisto Protocol, которым происходит то же самое, что в Деда Спасе, там действие происходит тоже на спутнике Венеры Европе, только уже на внешней ее части. Так что не только под водой проблемы. В принципе, нам намекают, что в космосе проблемы. На Европе конкретно. Ивент. Ну-ка. Стук разбившегося стекла заставляет вас подпрыгнуть. Вы видите сутулившуюся... Собаку. Женщину, которая стутулю, да, которая прислонилась к стене. У ее ног лежат осколки. Кажется, это была бутылка рома. Она что-то бормочет себе под нос. Вы в порядке? Она не отвечает. Вы слышите, как она снова и снова повторяет одни и те же слова. У меня плохое предчувствие. Изо рта на ее куртку медленно стекает слюна. Пытаться ей помочь. Вы начинаете сомневаться в ее психическом здоровье, однако в этот момент она поворачивается, вам и хватает за воротник. Плохое предчувствие, слышишь? Внезапно она узнает вас с члена команды подлодки и ее осеняет. Ты можешь мне помочь с мольбой, говорит она. Мы нашли реликвию, активировали ее в сооружении, на глубине. На мгновение ее хватка ослабевает. Хорошо. И дальше? Продолжение в следующем. Я могу сказать, это какая-то чушь, и отойти на шаг назад. Мы всю ересь поддерживаем. Ой, ну в плане. Все мутные темки, это наша темка. Я делаю шаг назад или говорю, что это чушь? Делай шаг назад, чтобы тебя не заблевали.
Блин, мне кажется... Вы пытаетесь понять, что за бред, только что услышали реликвия внутри сооружения, что в руинах. Вы делаете заметку, чтобы все проверить. Судно сепаратистов. Миссия открыта. Ага. Так, разборки меня... с артефактом. О! О как! Адмирал, адмиралиссимус, у меня тут такой вопрос. Я тут сейчас смотрю на карту потихонечку. Разборки с артефактом. У нас в путь, в принципе, вверх и вниз. Вверх это аванпост Хион Линея. Я уж не знаю, он, ну. Ох, подожди, Хион... подожди, подожди, он обитаемый вроде. Вот, а внизу. Бегород, это колония. Причем на аванпосту. Да, аванпост, он европейская коалиция, у нас с ними хорошие отношения. А вот этот вот Бегород, у нас типа с ними нейтральная репутация, потому что это яговисты. Сепаратисты-яговисты. Но фишка в другом. После обеих этих дорог, что вверх, что вниз, дорога дальше перекрыта красным замочком. Ну и все проплатим. 75 репутейшн. Подожди. Я... 75 репутации у Европы или 75 репутации у... Так погоди, а у нас что, не 75, а 74 что ли? А, 60 вообще. В смысле 60? Мы проплатим. Это... А как это... Ну ладно. Ну то есть нам проще к, к Европе плыть, потому что ну, типа, меньше проплатить, нет? Мы не поплывем. Во-первых, смотрите. Если мы плывем вниз, там миссия, во-первых. А разборка с артефактами. Опа! Уничтожение стаи кулих тигров. Опа! Доставка уже как. Ага. Хорошо. Ну, мы тогда попадаем к яговистам. Фишка в другом. Там дальше. Типа, следующий уже пласт карты. Это что там дальше будет? Нет, спойлера, я не буду говорить. Я знаю, что там будет, но я не скажу. Я понял. Другой вопрос. Насколько мы далеки от конца прохождения на данный момент? А, видишь конец карты? Вот там конец. Прям в конце. А, его промотать можно. Сорян. Протуплен. А, можно конец. Это последний регион? Угу. Вау. Сейчас я для наявности мотаю назад. Вау. Офигеть, мы проплыли. Я хочу уже. У меня все... У меня смотреть позже висит видос уже почти год. Он со спойлерами. Я хочу пройти игру. Куда мы держим путь? Офигеть, сколько мы уже проплыли. Тут осталось немножко. Ну, с нашим немножко, я думаю, что... Что тут серии... Две-три серии. Две-три серии, да-да-да-да-да. Да, это конца этого региона только. Не, до конца этого... Я тебя убью. За все время серии я попил два раза. Ну и нужно было во второй раз тебе просто что-нибудь выдать такое, чтобы я захлебнулся и помер под водой от воды. Под водой от воды. Водой за воду. Хорошо. Знаешь, когда еще раз пить будешь? Ну и позвоночники. Сможем ли мы, ребятушки, в эту серию еще впихнуть что-нибудь интересненького? Ну что у нас надеюсь. Осталось... Погнали. Минут, наверное, 20-25 плюс-минус. Поплыли быстро тогда. Не, так, чтобы мы потом... Куда мы припаркуемся потом? Потому что мы сейчас пойдем на задание, и мы потом не сможем остановиться, я нас знаю. Фуро, можно вопрос? Слушаем. У нас закончилось серийное время или твое? Ладно, ребятушки, мы тут немножечко поболтали с экипажем, пришли к такому выводу, что серию будем заканчивать, потому что она получится немножко покороче, да, но с другой стороны, если мы сейчас пойдем делать что-то дальше, то вы потом сами пожалеете, что это включили. Поэтому сегодня будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Всем пока. Adieu.